Региональную выплату в 100 тысяч рублей получили все белгородские военнослужащие. Об этом сегодня губернатору Вячеславу Гладкову доложили на еженедельном оперативном совещании правительства области. Денежные средства перечислили более 4 тысячам человек. Это не только граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, но и те, кто заключили контракт, а также добровольцы. Все жалобы и обращения по вопросам финансовой поддержки на особом контроле. Достаточно активно жители пишут, в том числе и мне, в социальной сети. Поэтому я вижу, вопрос отрабатывается. Продолжаем в том же направлении. Говорили на оперативном совещании и о других мерах поддержки. К примеру, о выплате на питание всем детям военнослужащих до 18 и учащимся очной формы до 23 лет. Такая материальная помощь в 9 тысяч рублей единовременная за октябрь, ноябрь и декабрь. Далее ее будут получать раз в 3 месяца. Отметим, по инициативе губернатора эти выплаты также положены братьям и сестрам бойцов в случае, если у них самих нет детей. Добавим, всего на региональные меры поддержки военнослужащих выделено без малого 500 000 000 рублей.